Село Дайбаны-1, Дубасарский район. У отделения Сбербанка собрались люди. Кто-то платит за услуги, кто-то пришел за пенсией. Евгения Картунова делает это одновременно. Получила пенсию, оплатила счета. Ей 72 года. Она пользуется картой уже 10 лет. Оставляйте карточку. Пойдите пин-код. Евгения Васильевна сразу снимает почти всю пенсию, как и многие односельчане. Очень удобно, тем более не надо ехать никуда. Тут на месте и платим, и пенсию. Очень удобно. Ну то, что вот на карточку. Вас нормально. Не переживаете? Нет, вот? Нет. Если что, не знаю, она подсказывает нам и все. Ну, удобно. И надо это вот соответствовать времени. Конечно, удобно. Не, ну, в чем удобство? Да не надо не расписываться там, не, ну, ведомость раньше также получали по ведомости, по, вот, а сейчас приходишь, можешь и тут, можешь и в Дубасарах, в районе, где снять. Хочешь — оставляй, хочешь — не это. Трать. Хочешь — трать. В сельской аптеке берут только наличные, а в магазине можно рассчитываться и карточкой, и QR-кодом. Отделение Сбербанка в Дайбанах-1 работает много лет. Здесь обслуживают жители еще двух сел – Дайбаны-2 и Койково. Большая часть жителей села давно получают пенсии на карту. С 1 октября по закону все пенсионеры будут получать деньги на карту. Но есть и исключения. Пенсии наличными будут выдавать людям старше 70 лет, инвалидам первой и второй групп и тем, кто живет в селах, где нет отделений банков.